на протяжении 20 лет проводим эти мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана. Сегодня у нас 32-я годовщина вывода войск. Организовали автопробег. Мы посетили сегодня несколько памятников. Это первый памятник мы посетили железнодорожного. Потом посетили памятник, возложили цветы на Леоновском шоссе. И закончили вот мероприятие здесь, на площади Славы. Наша страна в послевоенные годы участвовала в 56 локальных войнах и конфликтах. Но мы никогда не забудем память о тех, кто не пощадил самого дорогого и ценного, что есть в жизни человека, отдал свою жизнь.